Касается отношения к инвалидам в России с точки зрения эмоциональной толерантности, безусловно, все сочувствуют, но на этом все и заканчивается, потому что никакого обеспечения передвижения для инвалидов, для их жизни, удобства их жизни не существует. Я не знаю, как другие города, но если Москва не город для инвалидов и точно не город для мамаш с колясками, я это пережила на себе, у меня ребенка 3 года, совсем недавно я ходила с коляской, не могла ходить по Москве, то, думаю, в маленьких городах России дело обстоит еще хуже, к сожалению. Поэтому, вероятно, те деньги, которые выделяются на инвалидов, я надеюсь, что они идут в какое-то там правильное русло направленное, но мы этого наблюдать не можем. Еще могу поговорить, кстати, о помощи онкобольным в России.